Система слежения за здоровьем пациента установлена в палате интенсивной терапии, система, которая позволяет отслеживать основные функции организма человека. Четыре параметра в течение необходимого количества часов фиксируются на экране. Это электрокардиограмма пациента, это частота сердечных сокращений, это давление артериальное, это концентрация кислорода в крови пациента. Значит, приобретены новые дефибрилляторы, электрокардиографы приобретены, концентраторы кислородные, которые позволяют проводить, значит, это аппаратура реанимационная, которая позволяет проводить эффективно реанимационные мероприятия, значит, диагностическая аппаратура, электрокардиограф, который позволяет здесь же в отделении проводить эхокардиографическое исследование сердца пациенту, это аппарат Treadmill, который определяет физические резервы пациента и определяет функциональный класс стенокардии. Это холтеровские мониторы в достаточном количестве, аппараты, с помощью которых удается отслеживать электрокардиографическую кривую в течение необходимого количества времени. Это могут быть и сутки, двое, трое, столько, сколько нужно. Это холтеровский монитор артериального давления. Плюс все необходимое оборудование для тревожной сигнализации. Каждый пациент в любое время суток может пригласить медицинскую сестру, которая занята работой в любом месте, с помощью пейджера. Она видит сигнал, из какого места отделения поступает. Это сокращает, как бы, время на начало оказания неотложной помощи.